Мої вітання всім глядачам каналу ATV, а особливо тим, на чиї плечі зазвичай лягає тягар домашніх клопотів та виховання дітей. Ну, звичайно, у виключних випадках це можуть бути чоловіки. Та наш новий проект присвячений ніжним та водночас мужнім, сміливим і рішучим, сором'язливим, загадковим, тим, хто вміє жертвувати, любити, надихати і творити, одним словом, вам, жінки. Все це ми робимо, аби довести кожному, що бути різною – це природньо для жінки. І головне, при бажанні, незважаючи на вік і соціальний статус, жінка може змінитися. Не вірите? Ну тоді дивіться наш проект, і я впевнена, незабаром не лише про наших учасниць, а й про себе. Ви з впевненістю зможете сказати «Я зірка». На початку листопада ми дали оголошення про кастинг для участі в новому телевізійному проєкті. Майже місяць по тому чекала на тих, кого воно зацікавило. Не приховую, хвилювалися. Та у визначений час нічний клуб «Асторія» став територією жіноцтва. Не менш схвильовані й конкурсантки. Особисто із групами підтримки всі очікували початку кастингу. Ну, значить, ну, я перший раз от навіть в клубі в этом зайшла. Если мне интересно будет, продолжу вот сюда визиты. Чекаю что-то новое, я водолея люблю все новое. Вот хочу познать что-нибудь, увидеть в другом ракурсе, в другом свете. Я первый раз дуже схвильована, тому не знаю, чего ожидать. Ожидаю. Я еще так страшно выглядаю, что так хвилюю. Дуже хвилююсь. Чего хвилюєте? С чего очікуєте? Чому прийшли взагалі? За чим прийшли? Чому прийшли? За емоціями, за новими ощущеннями. Хочу вот узнать, как это по-новому. Не была я ни разу в такой компании, ситуации. Вот. Какие запитания зараз в очах у вас? Абсолютно никакого. Почему бы и нет, это называется. Коли у жінок в середньому віці не вистачає, скажімо так, кола для спілкування, і хочеться його розширювати, що молодь робить сьогодні на моєму касті? Теж хочеться спитати щось нове, якісь для себе чувства. Якщо хочете здивувати інших, да, якщо хочеться спробувати свої сили, от на що розраховуєте? Яка там мета максимум? Мотивація – змінити себе, змінитися внешнє, внутрішнє. Просто хочеться чогось нового. Ось так, як і конкурсантки, в пошуках нового, вірніше, нових перемог та нових зірок ми стартуємо. Ну що ж, я дуже рада вітати всіх, хто сьогодні завітав до нічного клубу «Асторія», саме де сьогодні стартує новий проект телеканалу ATV. «Секрети здоров'я і краси» – саме так ми вирішили його назвати. Чому секрети? Тому що насправді кожна жінка – це секрет, розгадати який – по силам, мабуть, не кожному. Але все ж таки ми спробуємо розкрити невеличкі секрети, а можливо додати ще й нових. І я дуже рада вітати всіх наших сьогоднішніх конкурсанток, які вирішили спробувати свої сили, креативних, сміливих, чарівних, неповторних. Багато епітетів можуть додати на адресу жіноцтва, але я думаю, що таки більше скажуть наші професійні фахівці, наші експерти нашого проекту. На самом деле это такое вдохновение для нас видеть эти улыбки и понимать, что некрасивых женщин не бывает. Мое ожидание от проекта – это увидеть внутреннюю красоту. Мы привыкли бороться за внешнюю красоту, за внешнее состояние, за наши параметры, за то, как мы выглядим. Но так хочется увидеть борьбу за внутреннюю красоту и ее на самом деле увидеть, и чтобы каждый из вас прочувствовал. Желаю вам успехов. Молодцы, что пришли. Это уже первый шаг к успеху. Вот. Поэтому... Вы, каждая из вас, это секрет, особенно для нас, мужчин. На протяжении проекта я хочу, чтобы вы показали себя с лучшей стороны, открыли то, что нужно открыть, и оставили в тайне то, что нужно оставить в тайне. Красотой женщины восхищаются поэты, философы, пишут картины. А над красотой женщины трудится целая индустрия красоты. Это и мастера-стилисты, это и парикмахеры, и косметологи, и визажисты. Всем этим будем заниматься на этом проекте. Так как у нас название уже связано с секретами и тайнами, будем раскрывать каждую из вас дополнительно. Будете как цветок, как книга со своими загадками. Которую хочется читать бесконечно. Да, которую хочется читать и перечитывать. Женщина – это загадка. Мабуть, я знаю, що мрія в кожного однакова – бути найкращою. Чи не так, дівчата? Чесно скажу, це реально.
Реально разом з нашою командою, з командою наших експертів і, головне, разом з кожною з вас. З тим, що є у вас в серці, з тим, що є у вас в голові, з тим, що є у вас в душі. Ну що ж, ми будемо починати. Хто перший, хто сміливий? В Сумах я недавно. Приїхала сюди, коли вийшла замуж. Тут просто замечательные мужчины вдохновляют. Пришла сюда для того, чтобы как-то вот немножечко себя поменять, потому что, мне кажется, я как-то застряла на уровне рождения ребенка, и после этого никуда не двигаюсь, потому что не хватает времени на себя, не хватает средств и чего-то такого. Ну, мне приятно, что мужчины-сумчане особенные, да, то есть тут уже вы сразу от меня получаете балл, вот, потому что, скажите, пожалуйста, ваше понятие красоты, что такое, что есть красота? Не знаю, для меня это комплекс в целом, для меня красивый человек, это человек, который позитивный в первую очередь, то есть человек, от которого идет энергия позитива, с которым легко общаться, он сразу становится в твоих глазах красивым. Добрый, позитивный человек. Я вот хочу об этом сказать. На самом деле, хочу сказать, что Татьяна шикарно выглядит для девушки, которая родила уже ребенка, которая вышла замуж, потому что это одни из факторов, немножко меняющие наше внешнее состояние. И похудела на 30 килограмм. За 2 года. Большая молодец. Потому что это упорство, спасибо. Это стоит. Чому пришли на кастинг? Чому до вас пришла? Значит, я поменялась внутренне, внешне. Я схудла на 20 килограмм. Это для меня прогресс. А что, треба еще больше? Ну, его треба закрепить. А с чем связан выбор этого платья? Воно не самое любимое, воно мне удобное. Ну, с леопардами мы будем бороться, честно говоря. Я знаю. Да. Я не могу поменять на данный час весь свой гардероб. Як добьюся того, чего хочется, а то не можно. Спасибо. Каждый человек – это книга, но выбирая книгу, мы сначала смотрим на обложку. Пускай какая бы она интересная ни была, захватывающий сюжет, все, но в первую очередь это обложка. С этим у меня всегда были очень большие проблемы, так как я очень много экспериментировала с цветом волос, макияж, одежда, это все было, да. Но не было именно того, что вот и нравилось, и то, что подходило. Так как вот самостоятельно я не смогла даже вот сама для себя выбрать то, в чем мне будет комфортно, и это будет нравиться как бы окружающим. Марин, если я правильно вас поняла, вы ассоциируете себя с книгой, правильно я поняла? Да. И очень бы хотели изменить внешнее, да? А в первую очередь, да. Замечательно. Что будем делать с внутренним? Готовы вырывать страницы, переписывать, что-то добавлять, возможно? Добавлять новых страниц очень-очень много. Их можно добавлять бесконечно, так как нет предела совершенству. Марин, а есть у вас что-то, что вы считаете, вы уже довели до совершенства? Насколько я знаю, вы неоднократно пытались похудеть. Да. Что, как вы думаете, что здесь вам позволит это сделать? Что вы здесь в этом проекте увидели, что позволит вам это сделать? Ну, в первую очередь, это то, что как бы контроль. Маринка, ответьте мне на вопрос. Кто для вас мужчина? Мужчина – это. Продолжите мысль. Мужчина должен быть для своей жены опорой, так как... Ну, во всяком случае, мне такие мужчины пока не попадались. Такой человек, которого вот каменная стена. На прошлом проекте несколько наших конкурсанток вышли замуж и даже родили детей. Но то, что замуж вышли, это да. Да, да, да. Поэтому я вам тоже желаю, чтобы вы на протяжении проекта приобрели опору в лице достойного мужчины, который будет рядом с вами. Спасибо. Я тут через свою мрію.
Моя мрія – це стати актрисою. Я їздила на кастинги, на проби, вчилася. І ось на одному майстер-класі, коли в мене були проби, сказали, що у вас є внутрішній стержень, але у вас немає віри і впевненості в собі. Так, я сама це помічаю, і я прийшла сюди. Може, всі задаються питанням, чому взагалі я сюди прийшла? Так, мені потрібні зміни, зміни внутрішні. Я не можу повірити зовні, також це потім розповім. Просто внутрішньо мені дуже важко повірити в себе, повірити, що я, наприклад, що я гарна, я не можу цього сказати. А ви сказали, все зробите, що потрібно буде. А готові ви постригтися коротку стрижку? Готові зробити? Коротку? О, я б не хотіла. Взагалі, в принципі, то ж чисто друге. Взагалі, ну, якщо мені буде пасувати, але мені здається, що моє волосся – це мій плюс. Ну, да, дело в том, что... У вас явно есть талант, но вы боитесь проявиться. Просто. Так? Вам надо выйти на сцену, я не знаю, просто даже попробовать какой-то монолог. Да, на улицу выйти просто, спевати, извините, на сцену, моє, це точно. Просто что-то спеть. И кого-то, да. Весною муха ледащиця майнула у садок, наряз на квіти подивиться. Почуть зозулин голосок, сидить, списиво поглядає, що робиться в садку. Вітрець тихесенько гойдає, мов панночку яку. Побачила бджолу близенько, та й каже їй: «Оди ж хоч трошки, моя ненько, сідаю тут мерщій». «Та ніколи мені сидіти», – одвідує бджола, «вже час до пасіки летіти далеко від села». «Яка погана», – муха каже, «на світі доленька твоя, раненько встанеш, пізно ляжеш, мені бо так». Змарніла б я, за тиждень би головоньку схилила. Далі. Ну, спасибо. Вже, знаєте, я просто соромлюся, у мене немає. Ну, от вийшло два різних чоловіка. Як ви виходили тільки що, як ви зараз себе вели от перед нами? Два різних чоловіка. От боритесь з тим першим. Я працюю в дитячій обласній лікарні. Це завжди, це конфетки, тортики, потому не в силах себе отказать было. Поэтому сюда я пришла. Хочу, чтобы мне специалисты помогли наладить свое питание. Первое, еще самый важный факт, это есть в планах второй ребенок. Но сама реально понимаю, что с таким весом я, ну как бы... Да, я очень хочу сбросить вес, чтобы иметь второго ребенка. А сейчас муж в командировке, хочу его удивить. Да, хочу... Нет, он не знает даже, что я здесь. А насчет второго ребенка это совместно. Это обоюдное желание. Простите за такой скромный, нескромный вопрос. Какой ваш вес на сегодняшний день, если вы готовы на проекте участвовать? А вы должны об этом говорить, да? И какая ваша цель? Честно, я вес свой определяю по медицинскому халату. Я по весам не определяю. Ну, у нас, как вы думаете, какой? Нет, какой вес, как вы думаете? Размер халата 52. А цель какова? Это минус как минимум 10 килограмм за любые сроки. И я готова за это бороться. Ирочка, вы запишите мой телефонный адрес. Конфеты и тортики мне, пожалуйста. Хорошо, обещаю. Спасибо. С разряда анекдотик, ничего себе, по хлебушек сходила. И шла за ребенком в садик. Вот я здесь, я готова на все. Сейчас и сразу все. Поэтому не знаю, что больше еще сказать. Наталья, у вас на самом деле очень шикарная улыбка.
Спасибо. Видно, что вы счастливая женщина. Но капельку секретов красоты и здоровья не хватает все-таки, мне кажется, да? Да не капельку, конечно, но побольше. Были какие-то инвестирования в свое тело, инвестирования в свое здоровье? Я имею в виду, что, какие усилия вы применяли для того, чтобы что-то изменилось? Или ничего не делали до этого? Вы знаете, у каждого человека, у которого есть проблема с лишним весом, на протяжении всей своей жизни инвестируют в это. Ну, видать, или инвестиций мало, или желания. Ну, кто пирожное, кто что инвестирует, знаете? Мало, не знаю. Инвестируют по-разному. Инвестируют еду. Кто, кто что? Я так, наверное, как сказал ведущий, наверное, силы воли очень мало. В общем, я бы хотела, чтобы внутреннее мое состояние соответствовало внешнему. Я поддаюсь очень многим влияниям. Как бы я, если переживаю, то все, я уже иду, заедаю это чем-то, и все. Ну, как бы, ну, в общем, как-то вот так вот. Желание развить духовность и внутренний мир, это все, это, ну, это одна из целей наших проект, нашего проекта, потому что я буду вот спорить с Анечкой в отношении килограммов. Вот. Потому как 10, либо 20, либо минус 30, у каждого свой стандарт. Вот. И женщина, она красива всегда и во многих формах. Понятно, что стройная женщина – это всегда плюс, и нам всем хочется быть стройными, красивыми, элегантными. Да? Вот. Но я бы все-таки, чтобы вы достаточно уделяли времени своей духовности и развитию внутренних качеств. То есть я буду вас оценивать, я вам сразу говорю, не по килограммам, а по вот этой искорке в глазах и по вашим изменениям, внутренним изменениям. То есть, ну и понятно, что поскольку я возглавляю дом моделей Петра Сороки, то одежда, которая будет выражать ваш внутренний мир и вам будет к лицу, то есть это будет один из критериев моей оценки. Спасибо. Можно оспорить? Можно оспорить? Я как диетолог хочу сказать, что лишний вес – это показатель нездоровья. Поэтому я борюсь не с лишними килограммами женщин, а с заболеваниями, с которыми приходит лишний вес. Поэтому я говорю о весе, который комфортен женщине, в которой она полна энергии, светится внутренне, внешне и для всех. Спасибо большое. Я сюда пришла, чтобы увидеть себя, какой я могу быть другой. Увидеть себя более женственной. Мне кажется, это качество во мне где-то там спит, и оно еще не развито. И еще есть у меня заветная мечта спасти мою подругу. В каком смысле спасти? У меня есть подруга, у которой много комплексов, и, естественно, есть излишний вес. Есть некоторые болячки, связанные с этим. Я уже просто пробую разные методы. Лена, посмотри на меня и делай так, как я. И ты будешь не такой зацикленной, не будешь сидеть дома. Ты почувствуешь, что ты женщина. Да, я хочу быть ей примером. На что вы вообще способны в себе изменить? Ну, так кардинально, что вот удивилась бы ваша подруга настолько. Ну, я готова, в общем-то, экспериментировать и менять все, что нужно будет. Я считаю, что я, допустим, в какой-то области бухгалтерии там специалист, но в области красоты я не специалист, поэтому я с удовольствием буду прислушиваться к мнению специалистов, исследовать этому. Хорошо, вы обучаемы, я так понимаю, да. И открыты для нас, да. Спасибо. Ну, от меня совет. Если в 48 еще женщина у вас спит, спешите просыпаться. И женственность у вас спит, вы сказали. Спасибо. Мой образ сегодня, опять-таки, придуман мной самой. Но мне кажется, что сейчас я стою как бы на пике своих возможностей. Сейчас нахожусь в декретном отпуске, поэтому не скрываю то, что могу там выбежать, естественно, в удобной мне одежде, насунув капюшончик, не накрашившись. Вот, поэтому хотелось бы опять-таки немножко переломить себя внутренне. Ну, скажу. Пошла без макияжа,
Нет, у меня есть макияж. Ну, практически. Ты же говоришь, я просто хожу так постоянно без макияжа, без ничего. У тебя есть что-то? Да. Ты хотела бы это все поярче сделать? Да, наверное, поярче. Если честно, мне вот 27 лет, но я никогда не красила волосы. Научиться этому, да? Да, я хочу научиться этому. Я вот... Ну, никогда не красила волосы, никогда не экспериментировала там с макияжем тем же. Потому как, ну, если честно, вот недавно услышала фразу, что женщины, которые не красятся, наверное, слишком высокого мнения о себе. Но на самом деле, лично я считаю, если я накрашусь, то лучше я буду не накрашенная. Хорошо, вы уже поняли, да. Спасибо. Очень люблю активный образ жизни, ну, то есть занимаюсь и спортом параллельно, люблю природу, шашлыки, очень вкусные делаю, так что если повезет, вы попробуете. Очень люблю путешествовать, ну, одним словом, все здоровое, все полезное, и как бы вот у нас с девчонками есть прекрасная традиция, каждый понедельник мы ходим в баню благодаря моей подружке Лене. Сегодня я здесь, как бы она вот сказала, 21 числа будет кастинг, Олечка, не хочешь принять? Я говорю, с удовольствием, это мое, ну, что? Не, она прекрасная женщина, но она говорит, Оля, пойди ты, а потом я. Вот поэтому я здесь. Ну, я не люблю останавливаться, хочу вот развиваться и надеюсь с вашей помощью еще более как бы усовершенствоваться. Ну, судя по всему, животных вы очень любите, оценивая ваш внешний вид. Лошадей больше. Лошадей. Ну, у вас жокейские сапоги, вы практически повторили костюм жокейский. Олечка, у вас тоже очень блестят глаза, это настолько завораживает. И бывает, что вы не улыбаетесь? Нет, это не освещение. Бывает, что вы не улыбаетесь? Ну, наверное, редкое. Мне кажется, что вы всегда улыбаетесь. Продолжайте это делать. Мне интересно, насколько вы оцениваете свои шансы на то, чтобы пройти? Как вы себя видите в этом проекте? Что вы будете менять? Вы Ой, лично? Много. Я думаю, как бы вот нельзя останавливаться. И знаете, как Коко Шанель сказала прекрасные слова, для того, чтобы быть незаменимой, нужно быть разной. Вот поэтому хочется меняться, хочется, я думаю, есть над чем работать. Да, я, ну, прекрасная женщина, но еще хочется. Я пришла сюда за помощью, чтобы помочь преодолеть комплексы, как бы внешние и внутренние. Ирина, скажите, пожалуйста, какая ваша самая главная цель вообще в жизни? Не на проекте, вообще. Создать семью, ну, и как, семейное счастье, женского счастья. Замечательно. А как вы думаете, участие в этом проекте приблизит вас к вашей главной цели? Я думаю, да. Ну, я не думаю, я уверена. Я на работу бежала утром, отпросилась на пару часов на кастинг. Это мне просто, я на 7 утра ухожу на работу, в 9 прихожу посменно пока. И поэтому на данный момент это как бы, ну, с работы. Ты так на работу ходишь, да? Тебе там удобно, ну, холодно? Ну, как, никто не видит. И то есть, и мне удобно. Да, и, то есть. Да, где работаете? В доме престарелых, гериатрический пансионат. И там мужчин нету, как же замуж тогда выходить? Ну, там есть дедушки, ну, есть много очень. Когда ты идешь на работу? Ну, как, считаю, что там дедушки, бабушки, то есть не стоит ни краситься, ни укладываться, ну, как бы особо не укладываться. А идешь с работы? Вот, что, пришел? И кого-то встретила, идешь с работы, кого-то встретила. Может такое быть? Не... А вдруг доля? Да. Так и бывает, правда. Ирочка, можно к вам смягченно обратиться? Да. На самом деле, специфика вашей работы, я понимаю, насколько сильное ваше сердце. Оно открыто для многих, и не каждый сможет каждый день отдаваться настолько этим людям. Не каждый возьмет на себя эту смелость. Хочу сказать, задать, вернее, вопрос. Насколько вы отдаетесь людям, служите, да? Есть ли люди, которые вас будут поддерживать? Вот на которых вы можете, пойдя на этот проект, рассчитывать на поддержку? Моя семья, то есть это она поддержит. Ну. Каким образом они смогут вас поддержать? Что для вас поддержка? Они мне будут помогать, как бы,
морально, словами, поддержкой надо, будут и сами готовы менять как бы питание. То есть они пойдут на это, потому что есть у меня старшая сестра, она очень худенькая. И у меня с детства говорили, посмотри на себя, слоника, а она какая? Почему я пришла на этот проект? По одной простой причине. Потому что я в душе авантюристка. Я везде, где только могу, я везде участвую, принимаю участие, помогаю, что-то делаю. Просто хочу... Почему на этот проект? Именно на этот проект. Потому что вот я хочу, чтобы те люди, которые будут смотреть этот проект, телезрители, особенно женщины, чтобы они поняли, что... Участницы, которые вот здесь девочки, они молодцы. Независимо какого возраста, какого габитуса, образования, своего хобби, они сюда пришли. И они хотят чего-то добиться. Не исключено, что я в том числе. Да, у вас есть шансы, по-моему. По-моему, еще вы, да? Я тут вижу старше всех, и многие девушки... могли бы быть моими внучками даже, им по 18-19 лет. И я себя как-то почувствовала, думаю, как же я сюда, Господи, попала. Такая самая-самая, самая старшая, оказывается. Ну, у меня таких мотиваций больших каких-то нету, но я стремлюсь быть здоровой. А еще хотелось бы мне, конечно, выглядеть как-то, ну, чтобы все было гармонично, потому что... Ну, сама себе прически делаю, стригу сама себя, маникюр сама себе делаю, все такое. Я думаю, может, за меня специалисты возьмутся хоть чуть-чуть, и я как-то изменюсь, и ну, посмотрю себя с другой стороны как-то. Может, я буду какая-то другая. Это очень интересно. Знаете, ну, мое ощущение. Вы тут говорите, что вы по возрасту старше. Ну, честное слово, вы... Ну, простите, настолько позитивный это... человек, у меня такое ощущение, что вам лет 17, правда, вы такая открытая, такая... Ну вот, мне трудно в своем возрасте держаться, поэтому как-то может что-то надо... Вы очень живая, правда, вы очень держитесь. Ну, чтобы быть такой, ну я же почтенного, в принципе, возраста, да? Ну, и чтобы все было так гармонично. Сколько вам лет? 64. Ой, замечательно. Вы очень хорошо выглядите, правда. Ну, спасибо. Так, правда хорошо. Знаете, когда на вас смотришь, столько детства у вас. Ну, я вся. Это такая какая-то еще солнечная радость, столько любви. Восхищают. Восхищают такие женщины, которые в данном возрасте хотят иметь здоровье, поддерживать его и еще улучшать. Если вы будете готовы регулярно тренироваться, регулярно, то у вас все получится. Мне кажется, у вас есть шаг. Но мне кажется, вы немножко стеснительная. Вы не смотрите в глаза, а прячете этот взгляд кокетливый. Может, возможно, здесь потому что мужчина, я не знаю. А, да, мужчина, я такой очаровательный, и один. Хотелось, я один. Чтобы все здесь были, и а так через одну еще в жюри сидел еще мужчина. Такой. Еще бы мужчин, да? Да? Нужно вот, да, еще операторы есть. Приятнее, конечно. Может, еще больше. Может, поки журі завзято обговорює конкурсанток, жінки хвилюються. Простіше тим, хто не сам. Дуже важливо, коли людину в будь-яких починаннях підтримує хтось. Ви сьогодні прийшли кого підтримати і чому? Я сьогодні прийшла підтримати свою колегу. Це моя колега по роботі. Вона дуже хороший чоловік, душевний. В неї є ізюмінка. Але вона не може в свою, я так розумію, силу своєї молодості повністю розкритися. Я бачу в ній потенціал. Але хочу, щоб зробили це професіонали. Щоб професіонал, тому що ми професіоналам довіряємо більше. Тобто ви нам довіряєте? Так. А ми себе вже дуже гарно зарекомендували? Я думаю, да. Я эту передачу вашу смотрю уже много лет и вижу изменения. И помимо того, что вижу изменения, у меня была такая честь, я даже имела разговоры, имела контакты с женщинами, которые уже поменялись после проекта. Это большие, это большая разница. Женщина до и женщина после. Вы молодцы. Вы провели сюда эту женщину?
Чому? Ви будете її підтримувати впродовж всього проєкту? Будете надихати, будете створювати умови для? Да, Олечка, мы ее будем поддерживать на протяжении этих полгода, и не только полгода, и в дальнейшем, потому что вот эта моя звездочка, она незаменимая у меня в поликлинике. Я ее являюсь наставником, я у нее старшая медсестра, и когда я услышала об этом проекте, мне, конечно, очень захотелось. Я говорю: Ира, пойдешь? Она даже не думая: да, иду. Алена Николаевна, когда? Я говорю: сейчас. Я говорю: убрать со стола конфеты, печенье, тортики. И я на протяжении, вот сколько прошло месяц, да, от нашего предложения, я на протяжении месяца, правда, захожу к ней в кабинет, я знаю. Я так зрозуміла, ми можемо покластися на вас в плані контролю на роботі за тим, як вона буде дотримуватися, в разі, якщо її візьмуть до проєкту. Так, якщо її, звісно, візьмуть, я впевнена, що вона попаде, тому що у неї є ціль к этому, да. Контроль буде жорсткий, я вам обіцяю. Вас дуже дивно бачити на проєкті, тому що я вас знаю дуже давно, знаю, як ви пов'язані із спортивним клубом, і з нами, з усіма. Ви сьогодні підтримуєте, так розумію, нас, наші починання і наш проєкт. Чому? Для того, щоб донести кожній жінці, що вона може змінити. Змінити себе, покращити своє здоров'я. І взагалі я б рекомендувала всім участвувати в цьому проєкті. Ну, мабуть, для цього я прийшла. А похваліться своїми результатами. У 2010 році немає тут Петра Сороки, бо він, може, по-другому зреагував. Моя вага становила 108 кілограм. На сьогоднішній день 75. Я не знаю, що таке тиск на даний момент. А те, що залишилось, це наслідки. Все. Ну і вважаю, що 58 років, зайти на 14-й етаж без зупинки – це також здоров'я. Я живу там, а ліфти часто не працюють. Ну що ж, претенденти на участь у проєкті досить різні. Від 17 до майже 70 років. Кого виберуть вони, я чесно не знаю. Але хочу, аби вибір був об'єктивним, цікавим для вас, корисним для наших майбутніх потенційних учасниць. І насправді я маю свої вподобання. Спробую натиснути на наших експертів. Як процес? Чудово. Одноголосно. Петро Миколаївич, хто найбільше вразив вас? Найбільше вразила молода дівчина, актриса. Да? Тобто дівчина, яка свою мрію стати актрисою, вона її втілює, і вона її втілить в життя, я так думаю. І в тому числі з нашим проєктом, з допомогою нашого проєкту. Інтерес визвав той чоловік, та жінка, яка більше всього хоче їй допомогти. Вот мы тоже с Аней беседовали, просто уже, ну, как бы, крик души нашей. Это, подскажи, пожалуйста, Ира, да? Ирина прихожая, 26 лет, которая, ну, всем оказывает вокруг помощь, работает со стариками, оказывает им настолько, отдает им сердце и сердце, но настолько не уделяет себе внимания, что ей хочется просто помочь. А у нее это все получится. Знаєте, бо таке враження, що у нас перетворюється дещо, скажімо, з таких зовніх змін на щось інше, але все ж таки є дівчата, у яких є проблеми, скажімо, з вагою, зовні. Так как уже Ирину отметили, но это больше внутренние вопросы, да, я бы хотела выделить двух девушек, которых поймали на улице. Для меня это показатель, когда человек имеет решительность, несмотря на то, что муж в командировке или за хлебушком сходил, она приняла решение и сделала себе вызов, своему образу жизни вызов, вызов своим привычкам и готовность к переменам. Для меня это восторг, потому что же на самом деле качество принять быстро решение свойственно не всем. Маріш, твої потенційні клієнтки всі чи через одну? Ні, однозначно всі. У всіх є проблеми, є предпочтення. Всіх переодіваємо і справляємо. Знаєте, мені кажеться, що дівчина, яка ухажує за больними стариками, с ней, наверное, будет самая большая проблема, и на ней, наверное, будет виден результат реальный. Ну, мне так кажется, она самый яркий представитель. Как можно поменять человека, как можно, можно поменять мир внутренний даже, да, просто.
хочешь поверить в себя. Ань, психологично, девчата, готовы взагалі до проекта? Ваша оценка как профессионал? Да, думаю, готовы. В принципе, они озвучивают свою решимость, решительность. Особенно задевают девчонки, которые молодые, 18-17 лет. Вот Маришка Большанина. Очень хочется придать им ту форму, то состояние, чтобы они смогли проявить себя и насладиться жизнью и теми молодыми годами своими. Поэтому, да, девчонки готовы, и видно в глазах вот это еще не до конца понимание, что ожидает. Но вот этот дух авантюризма, он присутствует, наверное, в каждой из них. Отже, поки найбільше симпатії голосів набрала Ірина Прихожай. У кожного з експертів є свої фаворити. Дівчата сповнені ентузіазму, рішучості та тих, хто з них витримає випробування часом, обмеженнями, навантаженнями і вільно скаже «Я зірка», покаже час. Ну що ж, дівчата, я дуже рада, що ви посміхаєтеся. Бачу, ваша колінка не тремтять. Всі впевнені в собі, це дуже добре. Наша експертна комісія, зрештою, зробила свій вибір. І я хочу сказати, що ми вирішили, що лише 10 учасниць зможуть стати учасницями нашого проєкту «Секрети здоров'я та краси». Чому 10? Тому що це буде дві команди, де будуть змагання не лише між вами як особистостями, але й буде командний дух, командні змагання. Ви готові почути вердикт? Хвилюєтесь? Від кого б із наших експертів хотіли почути? Ми не помилилися. Ради такого случая я даже встану перед девчонками, да? Ну что, девчонки, вы все молодцы. Вы уже молодцы тем, что вы здесь на кастинге, что вы преодолели сомнения, противоречия, которые у вас были, идти, не идти. И вы пришли, и вы заявили, что вы личность, что вы хотите меняться, что вы готовы меняться. Вот. Но кастинг есть кастинг. И мы отдали предпочтение тем из вас, для которых это более нужно. Я назову только трех участниц, которые не участвуют в проекте. Значит, не участвует в проекте, значит, девушка под номером один, которая выходила, это Татьяна Мартынюк. А я знаю даже чему, да, потому что, как я и сказала, здається, нічого вже змінювати. Просто красуня, просто спортсменка. Танечка, то есть я буду помнить ваш комплимент сумским мужчинам, да, вот, но вы действительно, совершенно, да. Значит, не участвует в проекте, значит, участница под номером 13, которая выходила, Валентина Михайловна, потому что, цифра такая, Валентина Михайловна, мы прекрасно, спору нет, но цифра 13. Я гадаю, що просто кожна жінка в віці, як наша Валентина Михайлівна, мала б бажання виглядати саме так, відчувати себе юною і бути кокеткою. Я вклоняюся вам, правда. Вот, и, значит, не участвует в проекте Люба Волк, вот, авантюристка, которая пришла в костюме Петра Сороки. Я сражался с жюри, вот, со своими коллегами, чтобы вас оставить, Люба. Но дело в том, что авантюра теперь с их стороны. Не, насправді, дуже сильна, креативна жінка, и мне кажется, что эта жінка может изменить будь-кого, не лише себе. Но это моє враження таке. Очень хотелось бы, чтобы все эти цели, которые вы озвучивали нам здесь, те желания, те мечты, чтобы они нашли и стали свое место в этом мире, да, и стали реальностью, и уже из разряда мечт перешли во что-то, нечто осязаемое. Я желаю видеть вам в этот конечный результат. И желаю вам сегодня заснуть с определенной какой-то картинкой. Вижу себя идеальную в конце, какая я. И каждое утро просыпаться с этой мыслью. Это вам уже как бы первое такое задание, упражнение, да. Вот, поэтому я желаю, чтобы этот образ, который вы представите сегодня себе, на сон грядущий, стал реальным через полгода, а возможно даже и раньше. Собственные слова. Воодушевляющие. У меня первый вопрос. Вы рады? Да. А то как-то мы тут сидим, я смотрю, улыбок нет. Думаю, мы что-то, может, неправильно сделали. Это шок. Может, самоотвод? Да.
Знаете, я хочу вам сказать, что у вас есть все инструментарии на сегодняшний день. Первый, самый, наверное, лучший инструмент, который нам дан с рождения, это наше тело, которым управляем именно мы. Это лучший инструмент, которым вы будете овладевать за всю свою жизнь. И в ваших руках то, что у вас получится. Мы дадим вам план, мы дадим вам шаги, мы расскажем, куда идти, куда не идти, правильно, неправильно, но вы являетесь исполнителями всего того, что будет происходить. Мы только ваши направляющие, мы только ваши помощники, мотиваторы, сопровождающие, учителя, но на самом деле... Извините, возможно, это сложно услышать, трудно, не хочется принять, но, наверное, 80% успеха вашего зависит от вас. И очень хочется, чтобы мы не перекладывали ответственность, мы взяли ее на себя, а мы, как специалисты, сделаем все возможное от нас, даже более того. Успеха, удачи и отличных вам результатов. Ну що ж, старт даний. Попереду півроку важкої праці над собою, над своїми думками, над своїм тілом, над тим, що ми відчуваємо, що ми хочемо бачити. І я хочу сказати, що навіть не всі 10 дійдуть до фіналу. Зрештою, переможець в нашому проєкті буде лише один. Та це все буде через півроку. Зустрінемося. Дивіться наші ефіри на каналі ITV.